Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать всех вас на сегодняшней встрече компании SkyWorld Community, на которой речь пойдет о нашем феноменальном транспорте, который с успехом реализуется на нашей планете. Именно сейчас. Сегодня 29 марта 2023 года и осталось ровно 2 недели до перехода на 15-й этап развития. Последний, финальный, завершающий этап развития нашей технологии, после чего она будет уже расходиться по всем континентам, потому что полностью сертификация данного инновационного транспорта будет завершена, и возможность у каждой страны и каждого города этого мира будет получить подобные экологические технологии в свою локацию, в свое место, для того, чтобы люди жили максимально безопасно, максимально ощущали себя людьми 21 века, потому что вокруг них полная экология, полное изобилие и новый мир. Кто бы мог подумать, что одна технология может сделать настолько серьезное влияние на планету. Но это действительно так. Ведь характеристики, которые предлагает данная технология, действительно восхищают. И не зря за такое короткое время такая глобальная технология смогла пройти путь от первого этапа, от начала, от момента, когда еще ни один транспорт не ездил и не катал людей, не имел такой возможности, до момента, когда у нас есть целый парк, 14 видов транспортов, 7 видов трасс, и все это уже в железе, в большинстве сертифицированная технология. То есть технология, которая подготовлена, испытана, продемонстрирована, и, конечно же, просертифицировано у важнейших компаний, так скажем, нашего мира. Сейчас, на данный момент, 14-й этап развития. Именно с помощью подобных этапов мы смогли достичь таких небывалых высот. Представляете, именно люди, народ, без банков, без крупных корпораций, без государств, а просто самостоятельно, по собственному желанию, потому что это действительно необходимо народу и не только человечеству, но и всему остальному нашему миру. Ведь наш мир сейчас точно технологический, и без технологий мы точно никуда не денемся. Поэтому наши технологии необходимы, так скажем, их улучшать, модернизировать, брать новое. То, что действительно подходит под задачи человека 21 века. Ну и, конечно же, технологии сейчас должны приносить не только пользу, но и точно должны не приносить вреда. И это абсолютно возможно. Это мы видим во всех технологиях, которые представляет Анатолий Эдуардович Иницкий. Но хочу заметить, только самую простую, самую первую, самую земную и понятную мы развиваем прямо сейчас. То есть именно с этой технологией, с транспорта будущего, хотя можно сказать уже с транспорта настоящего, мы сейчас и начнем наш путь в продвижении целой серии технологий «Экомир». Ведь транспорт – это лишь только начало. Это та инфраструктура, которая свяжет остальные технологии. Новые технологии, новые города, также и существующие технологии, существующие города. Ведь подобная технология может прийти в абсолютно любой город, какой бы он ни был, насколько он был бы новый или он стоит уже несколько сотен лет, его можно модернизировать. Именно с помощью технологий экомира возможно восстановить полный баланс экологии, убрать дефициты и сделать, создать, так скажем, настроить изобилие для абсолютно всего живого на нашей планете, не только для человека. Конечно же, технология играет огромную вещь. Это наше детище.
Мы создали техногенную сферу, и мы уже никуда от нее не денемся. Поэтому придется решить, куда мы будем направляться. Ведь сейчас действительно есть эта техногенная цивилизационная развилка. Мы сейчас стоим с вами как единое целое, единое живое целое человечество перед выбором. Перед выбором, как жить дальше, какие технологии использовать, в какую сторону стремиться. Потому что подобное экологическое решение могли принять для себя только люди, сами люди, сам народ в своей массе, который больше всего и пользуется этими технологиями. Ведь, так скажем, управленцы банков, либо крупных корпораций, либо крупных государств, у них частные яхты, частные самолеты, спортивные машины, которые потребляют нефть, либо нефтепродукты невероятными количествами. И, наверное, им нет такой важности в том, как на самом деле обычный народ путешествует. Хотя мы и есть преобладающая часть тех, кто использует этот транспорт. Поэтому Анатолий Эдуардович более чем 40 лет разрабатывает, изучает и предлагает миру решение, как же мы можем использовать все наши наработки технологические в том, чтобы сделать нашу жизнь действительно как в раю. Ведь, дамы и господа, я думаю, каждый из вас уже заметил на этой планете, что есть места как рай, потому что все там цветет, там спокойно, там хорошо, там изобилие. Но также есть места и как ад. Например, города, в котором нечем дышать, нету чистого воздуха, и его можно купить, можно сказать, как в банкомате, с чистым воздухом, заплатив денежку, подышать чистым воздухом в месте, где проходит твоя жизнь. Но возможна ли жизнь живого организма там, где загрязненный воздух, где загрязненная вода, где очень опасно? Скорее всего, нет. Поэтому для процветания необходимо принять определенное решение, собственное волевое решение, что частью моего времени, моих ресурсов, часть моих ресурсов будет направляться на то, чтобы улучшить этот мир, причем в глобальном масштабе. И да, один человек, скорее всего, не сможет сделать большое влияние, но нас уже 500 тысяч человек. И мы объединились вместе ради общих идей, ради общих ценностей, которые предоставил, так скажем, реализацию их, укрепление и усиление через свои технологии Анатолий Эдуардович Юницкий. Пожалуйста, заходите на официальный сайт YouTube Анатолий Юницкий, и вы можете увидеть около десятка полезных видео, полезных, так скажем, по своей образовательной части, потому что за минимальное время передан максимальный опыт, реальная ситуация на нашей планете, что с ней можно сделать и конкретно технологии, которыми можно изменить проживание в нашем мире на максимально эффективно и максимально безопасно, при этом полностью экологично. Это действительно возможно, дамы и господа. И Анатолий Эдуардович полностью доказывает это. Конечно же, транспорт – это не единственная технология. Это лишь первая и самая простая технология. В будущем нас ждет еще очень много интересного. И причем это наступит уже очень скоро. Например, уже сейчас ведутся разговоры про строительство жилых кластеров, то есть как эко-поселения и линейные города. Место, где может проживать от 2 до 10 тысяч человек, полностью обеспеченный всем, чем необходимо для жизни. То есть подобный кластер будет иметь собственное электричество с помощью реликтового гумуса, собственное, получается, свет, тепло, собственное питание, потому что агротехнологии Анатолия Эдуардовича действительно доведены до очень высокого уровня. То, что сейчас я видел в Беларуси, когда последний раз туда ездил, я понимаю, что
этот человек действительно может создавать рай. И особенно, когда вы находитесь в Объединенных Арабских Эмиратах и проходите как бы по жаркой пустыне, по раскаленному асфальту, и вокруг достаточно безжизненно, жарко. Но когда ты подходишь к экологическому дому, когда ты видишь всю эту зелень, когда ты понимаешь, что это первый и единственный пока экологический деревянный дом, который разрешили строить на территории Объединенных Арабских Эмиратов, и не просто так, это именно специально ЮНИЦКОМУ и разрешили после огромной проверки того, как это возможно. То есть там из дерева запрещено строить дома, но по нашим технологиям можно, и мы увидели, насколько это потрясающе. Когда ты заходишь только-только еще даже не в здание, а подходишь к зданию, тебе уже становится легче дышать, потому что вокруг очень много зелени. Все здание покрыто зелеными, можно сказать, как вьюнами, лианами, которые на себя принимают всю нагрузку и температуру от солнца, принимают ее и хорошо растут, тем самым спасая все, что под ним, от такой жары. И работая как естественный природный кондиционер, который делает под листвой абсолютно хорошую атмосферу для проживания живого. Именно поэтому, когда ты заходишь, ты начинаешь слышать пение птиц, потому что прилетело огромное количество птиц. Шарджа – пустыня с одной стороны, то есть, а птичек – невероятное количество. Все вокруг цветет, потрясающий запах, огромное количество цветет, все цветет и пахнет. Даже улей с пчелами есть, которые абсолютно, так скажем, мощный, рабочий, постоянно жужжащий, и ты смотришь вокруг, и ты понимаешь, что ты минуту назад был в пустыне, а сейчас в Эдемском саду. И это только начало, дамы и господа. Это только то, что сейчас мы в самом начале, в самом старте сумели сделать совместно. Что нас ожидает в ближайшем будущем, это фантастика. Хотя, как я понимаю, раньше и транспорт этот казался фантастикой. Но в данный момент мы понимаем, что это уже реальность. Не то, что будущее. Это настоящее. С чем я вас и поздравляю. Ведь дойти до 14 этапа, завершить его, подойти к завершению, и останется 15-й, последний этап, который мы, конечно же, успешно пройдем. Ведь первые адресные проекты уже строятся. Уже заключены контракты. Как минимум 3 крупных контракта у нас точно есть. В общем целом уже больше 5 адресных проектов, по которым ведутся работы. Поэтому в этом году уже была зафиксирована первая, хоть и небольшая, прибыль. Поэтому мы с вами сделали это. Осталось только чуть-чуть докрутить и положить вишенку на торт. Конечно же, необходимо изучать, необходимо смотреть, необходимо делиться. Ведь нас 500 000 человек, но это не предел к совершенству. Необходимо двигаться дальше и расширяться. Ведь очень скоро, когда этот проект закончится, нас может уже будет 1 000 000, либо когда мы начнем следующий, потом настанет 2, 3, 5, 10. В течение 10 лет мы разовьемся до такого масштаба осознанных, здравомыслящих людей, которые управляют своей жизнью и участвуют в жизни нашего прекрасного космического дома, планеты Земля. Мы сможем обеспечивать, финансировать и развивать огромные технологические проекты, только уже не за 5-7 лет, а за год, или за месяц, или за неделю. Делать миллиардные проекты по улучшению мира в разных уголках нашей планеты. И также становиться совладельцами этих экологических, технологических, инновационных проектов. Чтобы лучше понимать, насколько же гениальны эти технологии, стоит хотя бы чуть-чуть познакомиться с этим гениальным ученым, с той работой, которую он успел проделать за время, так скажем, последних 40 лет. Ведь это действительно мощное время, в которое было представлено целая серия технологий «Экомир», замечу, за которое в Братиславе, в Словакии, в 2018 году, в декабре, Анатолий Эдуардович
наряду с огромным количеством номинированных, действительно серьезных деятелей, которые улучшают наш мир, стал победителем, и ему, его наградили премией мира. Причем не только за первую технологию, за первый проект, который мы сейчас с вами успешно завершаем, но за всю серию технологий ЭКО-МИР, в которые включают и транспорт, и реликтовая энергетика, и гумус, восстановление почвы, агротехнологии, линейные города и экопоселения, и, конечно же, выход в космос. Уже ОТС, КИО, работа по тому, как сделать нас действительно космической цивилизацией, чтобы мы могли, наладив сообщение, наладив жизнь здесь, сделать ее полностью безопасной, оставить дом для жизни, чтобы здесь было максимально чисто и комфортно для жизни всего живого. А космос уже, ее безграничные масштабы, потому что ведь на Земле у нас ограниченное количество пространства, и особенно первый уровень. Но как только мы выйдем в ближний космос, и дальше у нас безграничное пространство, мы можем развиваться сколько угодно в любую сторону. Так же, как и мы будем иметь огромное количество дополнительных преимуществ, как новые ресурсы, энергетика, чистая, напрямую ее можно будет собирать и использовать, либо доставлять на Землю. Но, конечно, пространство и ресурсы это более всего заинтересовывает. Потому что, представьте, как только мы выйдем и начнем работать в космосе, у нас получится возможность притягивать то, что есть снаружи, к нам на планету. То есть, если раньше мы рассчитывали и использовали только ресурсы, которые находятся на нашей планете, и все как бы есть в определенном балансе, оттуда туда перекладываем, больше не становится, то тут даже нас 8, 9, 10, 15, 20 миллиардов человек, на что Юницкий говорит по его технологиям, мы без проблем сможем поселиться здесь на планете огромным количеством человек, во много раз больше, чем сейчас, и при этом у всех будет все. Но представьте, именно в этот момент мы начнем добавлять новое, привозить, например, с астероидов, которые наполнены металлами, которые наполнены, например, золотом, никелем, либо с другими полезными сплавами, мы сможем добывать их и доставлять к нам на планету. То есть мы будем привносить, расширять возможности, что, конечно же, расширит возможности нашей цивилизации. Чтобы лучше это было понятно, насколько такие огромные проекты, и кто вообще может обладать такими комплексными знаниями, чтобы это осуществить, пожалуйста, заходите на YouTube, на официальный канал, и напишите это название «Формула будущего. Как струнный транспорт может изменить мир». И вы увидите, что этот гениальный человек действительно понимает, как это работает вместе. И абсолютно простыми словами, на простом языке, с помощью минимума формул и минимума цифр, можно сказать, наглядно показывает, как же такая маленькая технология уже сможет привнести огромные положительные изменения в то, как мы живем здесь на планете. И что именно с этой технологии начнется большое изменение мира, потому что она на данный момент является одной из самых актуальных на планете. Ведь она решает максимум проблем и за минимальный срок, так скажем, реализации. Ведь подобные транспортные системы будут строиться очень быстро, очень легко и максимально экономично, но при этом тотально менять качество жизни людей в абсолютно всех городах. И это именно та технология, которую сможет себе позволить абсолютно любая страна, абсолютно любой город. Рекорды нашей компании по развитию восхищают многих, потому что многие управленцы понимают, что за такое короткое время создать такую серию количества транспорта в железе, просертифицировать его
И при этом еще создать полную инфраструктуру, по которому этот транспорт поедет. То есть все дороги, стрелочные переводы, станции и так далее, и так далее. Это огромная-огромная часть работы, с которой мы успешно справились. И действительно, даже представить трудно, как это можно было все уместить, сорганизовать, чтобы это получилось. И, дамы и господа, но у нас получилось. Стоит только поинтересоваться. Заходите, пожалуйста, на официальный сайт SkyWorld Community и читайте самые последние новости. Каждая последняя новость прекрасней предыдущей и настолько серьезней. Так много уже заявлено. Показаны и страны, некоторые в которых у нас есть адресные проекты. И мы уже знаем, что один из крупных проектов у нас около 100 километров. И общая их протяженность уже достаточно большая. И представляете, даже при том, что мы еще не перешли на 15-й этап и не завершили 15-й этап, с нами уже работают те организации, те представители стран, государств, городов, которые приезжали в Белоруссию, наш, так скажем, тестовый участок в умеренном климате, либо в Объединенные Арабские Эмираты. В общем целом это уже более 150 делегаций, министров, королей, президентов, которые приезжали и увидели на собственном теле, почувствовали, что такое транспорт нового поколения. И чтобы понять, что он уже вот, он уже здесь, мы уже его создали. Кто бы когда мог подумать, что люди без всего, без крупных банков, без корпораций, без государств, самостоятельно, по собственному желанию, на собственных ценностях, решат, начнут и смогут осуществить одну из глобальнейших технологий, которая перевернет видение того, как может жить человек 21 века на этой прекрасной планете, планета Земля. Давайте познакомимся поближе. Меня зовут Артем Курбанов. Я из Прибалтики, из Латвии, из южного города Даугавпилс. И в течение всей своей жизни я старался собирать информацию, знакомиться с людьми и знакомить их между собой, чтобы создавались коммуникации, создавались содружества, чтобы люди могли вместе сделать что-то большее, что-то лучшее, чем они могут сами. И в стремлении этом, вырастая, я понял, что когда мы делаем что-то локально, где-то в одном месте, и уходим потом оттуда делать что-то в другом месте, то у нас, так скажем, окружающий мир начинает потихонечку приводить ситуацию в прежнее русло, если это не очень сильно поддерживать. То есть если заниматься целиком и полностью в другом направлении, нужно все-таки какое-то поддержание. Но здесь я увидел, что действительно возможно влиять на всю планету целиком. То есть есть же технологии и решения, которые могут влиять на всю планету глобально, изменяя жизнь целиком. И тогда это изменение будет происходить постепенно и максимально эффективным образом, действуя на каждый континент, на каждую страну. И изучив множество проектов, я нашел именно такой. Именно тот проект, который глобально меняет ситуацию того, как живет человек. Поэтому, дамы и господа, устраивайтесь поудобнее и выберите для себя то, что вам необходимо, потому что с помощью компании SkyWorld Community вы можете улучшить любую из этих сфер своей жизни, либо даже все вместе. Просто на это, конечно же, понадобится много энергии, много времени, много вашего ресурса. Но это возможно. Потому что я лично уже встретил, так скажем, по каждому из этих пунктов человека, который смог улучшить свою жизнь. Кто-то нашел для себя дополнительный доход. Кто-то создал для себя финансовую независимость или создал собственный бизнес. Кто-то начал управлять собственным временем и, занимаясь созидательной деятельностью, полностью управлять тем, да, он желает, и что делать. Конечно же, очень сильно это влияет на личностный рост и на помощь другим, ведь огромное количество обучений, огромное количество материала создано, огромная система обучения и адаптации в SkyWorld Community.
готова предоставить вам знания, умения и как нам сообща делать этот мир действительно лучше. Конечно же, новые знакомства обеспечены в подобной сфере, ведь тысячи человек, потрясающих человек я встретил за последние 6 лет, и ты понимаешь, что именно эти люди с разных уголков планеты, каждый со своей страны, которых мы встречаем, которые самые активные в этом проекте, это огромная часть тех самых деятелей, которые делают из нашей планеты рай, которые нацелены на это, которые дожили до того, раскрыли себя до такой степени, что понимают, что это в их интересах, это в их силах, это под силу нам вместе. И именно с помощью таких людей, с того, что мы преследуем главные жизненные цели – развитие, благополучие, изобилие. Именно поэтому у нас получится вместе оставить огромное наследство. Как в материальном плане, потому что это транспортная инфраструктура, одна из самых дорогостоящих инфраструктур и бизнесов в мире. И оставление наследства, конечно же, то, что мы оставим после себя на нашей планете. Можно сказать, мы меняем будущее нашей планеты. И оно, конечно же, становится намного светлее, чем казалось возможно раньше. Ведь сейчас с помощью тех технологий, которые я изучил за последние 7 лет, я понимаю, что мы способны создать рай на этой планете. На этой планете может быть и рай, и ад. Все зависит от того, что человек делает в своем окружении. Как человек ухаживает за своим космическим домом планеты Земля. Насколько лояльна она, наша матушка природа, наша матушка планета, относится и как она ведет себя по отношению к человеку. У каждого человека есть выбор. Он был всегда. Но сейчас я с уверенностью могу сказать, что каждый человек имеет возможность повлиять на этот вопрос. Ведь с помощью интернета и подобных объединений, подобных технологий и подобных ученых сейчас каждое существо, каждый человек, точнее, может участвовать и внести свой вклад, так скажем, очень просто, очень быстро. Все для этого сделано. Для улучшения качества жизни на нашей планете. Ведь 8 миллиардов человек. Мы являемся самой движущей силой на нашей планете. И именно с помощью технологии Анатолия Эдуардовича, потому что ни один ученый, я не знаю ни одного ученого, который настолько продолжительное время предлагал бы решение существующих проблем, конкретно осознанных, взвешенных, сформированных. И уже изобретены решения, как с ними поступить. То есть не просто какая-то концепция, а конкретные технологии, которые только сейчас требуют реализации. То есть для них просто нужно ресурсы и время. И таким сообществом в 500 000 человек, сообществом, где участвуют все страны и регионы мира, мы можем действительно очень быстро изменить облик нашей жизни на нашей планете. Ведь посмотрите, чего мы достигли самостоятельным способом уже сейчас. Это же просто фантастика. Unit Sky String Technology. Транспорт второго уровня. Тот транспорт, который выведет нас на абсолютно другую безопасность, абсолютно другую скорость и освободит первый уровень. Поверхность нашей планеты Земля, которая имеет ограничения. И сейчас она завалена и забита железнодорожными путями, автодорожными путями, огромным количеством удавок, которые стискивают нашу землю, перебивают грунтовые воды, перерезают пути миграции животных и делают передвижение невероятно опасным. Более 1,5 миллиона жизней в год мы теряем людей, триллионов жизней, ползающих, бегающих, плавающих, летающих существ.
И мы можем все это изменить. Ведь на любом уровне выше нашего мы сможем строить ажурные трассы с минимальной затратой времени, ресурсов, земли под опоры, анкерные и промежуточные. А сверху, на той высоте, на которую мы выбираем, это может быть 10 метров, 20, 30. Можно сделать развязки Т-образные, даже по 150, в котором могут быть многопутные, подвисающие и нависающие транспортные пути. С помощью подобных технологий мы сможем объять всю нашу планету, построить трассы, построить транспорт и перенести туда человека со всей его жизнью и со всеми удобствами абсолютно в любой уголок планеты, не в зависимости от температуры, ландшафтов или климата. То есть мы создали универсальную технологию, которая свяжет все государства и все страны вместе. Быстрым, экологическим, легко интегрируемым, самым экономичным видом передвижения. Струнный транспорт второго уровня. И философия, то есть нулевого воздействия на окружающую природу, то есть вредоносность по сравнению с тем, что есть сейчас, прям вот такая. Потому что сейчас огромное количество негативного влияния мы получаем от транспорта. Когда-то транспорт, который был очень полезен, сейчас замедлил жизнь в городе, сделал ее опаснее, сделал ее медленней, потому что там, где раньше было достаточно дорог и не сильно загруженные пути, человек мог передвигаться быстро с меньшей аварийностью. И не было такого загрязнения воздуха. Сейчас же наши города стоят, даже маленькие города, где 100 тысяч человек видят, что есть пробки. Мы умудряемся и в пробках постоять. И есть часы пик, и даже несколько в день. Это неприемлемо для человека 21 века. С учетом того, что у нас уже роботы могут танцевать, подпрыгивать и делать сальто, а наши искусственные интеллекты по запросу могут представить и нарисовать для нас абсолютно все, что угодно. Наши роботы, программы, искусственные интеллекты способны помогать нам. То есть мы дошли до того уровня, когда наши технологии могут служить тому, чтобы человек освобождался от всей рутинной деятельности, от всей опасной деятельности и пришел именно к творческому проживанию, имел время для того, чтобы быть со своими близкими, для того, чтобы быть с этой природой, развиваться, наслаждаться и творить. Творить наилучший мир. И в каждой технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого мы видим эту философию, потому что каждая технология пронизана заботой о нашем окружающем мире, о жизни, частью которой мы являемся. Нельзя забывать про это. Если в нашем городе растет яблочное дерево в умеренном климате, или как в субтропиках или тропиках растет мандариновое дерево в городе, но его плоды нельзя есть, стоит задать вопрос, а почему? Потому что рядом вредоносные заводы стоят, огромное количество машин с двигателями внутреннего сгорания. И это дерево набирает в себя так много вредоносных веществ, что висит прекрасный плод, красивый, оранжевый или зелененькое вкусненькое яблочко. Но мы не можем им питаться, мы не можем его съесть, потому что оно целиком и полностью загрязнено, его нельзя употребить. Но вы понимаете, дамы и господа, это яблоко, или это дерево, оно такое же живое и также связано с окружающим миром, как и мы. Мы настолько же живые, как и окружающая природа. Мы единая часть. И раз мандарин неприемлем для употребления, значит, это плод, значит, он неприемлем вообще. То есть он рос, но он не выполняет свои функции, потому что он испорчен. Также и мы, живя в городе, где испорчен мандарин, который висит на ветке,
с нами ничего хорошего не произойдет от того, что вокруг нас такая экология. Но с помощью технологий Юницкого и сейчас таким большим веянием и переходом с двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели, так скажем, электрокары, электроавтомобили, только электромобили, которыми является наш струнный транспорт второго уровня. Именно подобными технологиями мы сможем новые города делать уже сразу полностью экологическими, а существующие города изменить. То есть, представляете, это та технология, которая не просто решает, сейчас то, что есть, и хай, есть, мы ничего с этим не сделаем. Построим в будущем нормально. В данном случае даже существующие города можно модернизировать, можно изменить. Подобный транспорт будет снимать загруженность, будет освобождать пути. При этом огромный пассажиропоток будет проноситься с помощью подобного транспорта. И при этом, получается, наши дороги освобождаются, скорость увеличивается, количество двигателей внутреннего сгорания, которые дымят, уменьшается. У нас становится свободней в городе, легче дышать, полезнее дышать, и эффективность всего города увеличится. При том, что мы уменьшили общие городские расходы на транспорт. Ведь это самая экологичная технология, которую только можно сделать для наших городов. Происходит изменение, происходит переформатирование. И этим всем благодарность, конечно же, Анатолию Эдуардовичу Юницкому, нашему генеральному конструктору, гениальному инженеру, который создает самые оптимальные, эффективные и безопасные комплексы технологий. Этот человек за свою жизнь создал более 200 научных работ, написал более 20 монографий, более 150 изобретений сделано для человечества. И этот человек действительно в комплексе видит, как развивалась наша технология, что есть наша биосфера и как нам с нашим детищем техногенной сферой жить сообща. Потому что если на планете, поскольку это закрытое пространство, замкнутая сфера, если тут оставить вредоносные технологии, то наша постоянно растущая техногенная сфера, которая нам необходима, мы уже никуда от нее не откажемся, она, конечно же, изменит в худшую сторону способ проживания нашего мира, способ жизни всего живого, как флоры, фауны, так и самого человека. Поэтому Анатолий Эдуардович всю жизнь уделил науке, всю жизнь уделил тому, чтобы изобрести методы, по которым мы сможем образумить, так скажем, изменить ход истории, изменить то, как мы представляем и как мы проживаем каждый свой день. Конечно же, огромная работа была проделана за эти 14 этапов, и мы создали огромные возможности, ведь у нас уже огромный штат людей. Вскоре их будет более 1000 высококлассных инженеров, робототехников, которые совместно создают наше будущее, которые совместно вместе с нами модернизируют тот вид нашей жизни, в котором мы будем жить. Ведь сейчас мы работаем на передовых компьютерах с максимально хорошим программным обеспечением, разработки в 3D Experience, в виртуальной среде, когда разные специалисты с разных уголков планеты в реальном времени, в едином виртуальном пространстве могут работать над разработкой нашего транспорта, либо трасс, либо еще чего-либо. То есть технологии и компания развивается на высоком, передовом уровне. Те возможности, которые мы создали, например, наш станочный парк, позволяет построить, протестировать, продемонстрировать, просертифицировать подобные технологии, которых никогда еще в таком виде не существовало на нашей планете. Мы делаем с вами то, чего еще никогда на этой планете не было. По
нашей официальной истории, конечно же. Но то, что мы видим точно, 14-й этап завершается, а наша технология более чем на 80, а то и 90% уже сертифицировано. Ведь множество видов транспорта сертифицировано, множество видов трасс, как комплексы. И я лично сам собственным телом и в умеренном климате, и в тропическом климате попробовал на себе разные виды транспорта и разные виды трасс. И это потрясающее ощущение, когда ты на высоте птичьего полета просто пролетаешь над нашей прекрасной планетой, над всей суетой, над всеми машинами. И неважно, в какую сторону там дороги, и неважно, где стоят дома, где перекрестки, и как они идут. Потому что с нашей транспортной технологией мы сможем строиться и двигаться в любое направление, под любым углом, хоть вдоль квартала, хоть поперек, хоть по диагонали, хоть сквозь здание, уже существующее, никак не влияя на него и не неся никакой нагрузки. Анатолий Эдуардович изобрел максимально легко интегрируемую технологию абсолютно куда угодно. И сделал ее настолько разумной и экономичной, что ее смогут позволить абсолютно любые страны. Но есть страны, которые ничем, так скажем, ничто их не останавливало, ничто им не мешало, и они уже сейчас, уже и в 17-м, 18-м, и 19-м, и 20-м году, когда еще проект не был завершен, как и сейчас, и еще не все, даже не большая часть была сертифицирована, уже следили пристально за технологией и тем, как она развивается. Потому что понимали, что если эта технология, если эти характеристики действительно возможны, и сейчас, как, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, мы покажем, продемонстрируем и докажем, что в этом регионе с невероятной жарой, высокими температурами, вездесущим песком и огромным количеством солей в воздухе, которые разъедают металлические конструкции, если мы покажем, что у нас есть решение для этого региона, то точно зеленый свет, точно будет огромное сотрудничество. И это действительно произошло так. Ведь как только мы представили транспорт в тропическом исполнении, и люди, представители этой страны на официальном уровне, на государственном, так скажем, встретились и попробовали этот транспорт, все сразу же развернулось уже в новые масштабы. И сейчас мы на государственном уровне работаем с некоторыми странами, которые уже и строят эти первые адресные проекты. Можете себе представить, насколько это серьезно сделать и заключить соглашение, сделать какой-то проект, подписать какие-то документы с компанией, с проектом, который еще не завершен. Если рассматривать другие технологии или проекты, то это практически невозможно. То есть, потому что все ждут, когда проект дойдет до своего завершения, завершит все этапы, и когда у него уже все будет готово, тогда он явно точно подтвердил, что он способен реализовывать то, что делает. Все работает, все соответствует, и это действительно необходимо. Но тут люди, которые занимаются подобными инфраструктурами, понимая, что если мы сейчас будем еще ждать, а все продолжит быть так же хорошо, потому что мы только и показывали, кто бы что ни говорил, на каком этапе. Там говорили не поедет, там говорили не построит, там говорили не получится. И кто бы что ни говорил, мы под четким руководством Анатолия Эдуардовича из этапа в этап делали абсолютно все необходимое, чтобы прийти к реализации нашей технологии. Поэтому многие, с кем сейчас ведутся переговоры, либо с кем уже заключены контракты на строительство и идет работа уже на какой-то из стадий, где-то предпроектные работы, где-то уже проектирование по местности, где-то строительство. То есть люди понимали, что если мы сейчас, прямо сейчас, это было еще, можно сказать, на 13-м этапе, не начнем коммуницировать, создавать соглашения, чтобы быть первыми, потом мы будем
1131 и будем ждать, когда мы будем в очереди в какой-то по адресным проектам, чтобы именно в нашем регионе создали подобные трассы, в нашем городе либо в нашей стране. И, конечно же, это очень приятно осознавать, что людьми, государствами, специалистами был проведен настолько серьезный анализ в течение нескольких лет, чтобы до завершения полной сертификации уже заключить договоренности. И поскольку, как объявила Надежда Косарева, было зафиксировано уже первая, хоть и небольшая, прибыль и, так скажем, самоокупаемость, следовательно, первые адресные проекты еще до завершения 15-го этапа уже настолько востребованы. То есть то, дамы и господа, что мы уже просертифицировали, уже пришло в наш мир и уже реализуется с нашей помощью. С чем я вас, дамы и господа, поздравляю. Потому что такое огромное действие, целиком народ планеты Земля, объединившись, как мне кажется, еще не делал. Мы с вами являемся одной из тех организаций, из немногих организаций, которые своим влиянием действительно серьезно меняет облик жизни на нашей планете. Вы представьте в своем городе хотя бы 3 дополнительных ветки такого транспорта. Хотя бы 3. Это изменит скорость. Ведь сейчас у нас есть спутники. Мы можем посмотреть статистику в наших поездах, трамваях, метро, троллейбусах, где, что, откуда, куда, так скажем, люди направляются, где заходят, где выходят. Мы все это можем рассчитать. И уже с новыми технологиями и с такой гибкой транспортной технологией, инфраструктурной, супер легко интегрируемой, мы сможем сделать существующий город, сначала разгрузить его, сделать безопасным, чистым. Ну и можно сказать, этим самым мы еще его и ускорим его, сделаем его более разумным по эксплуатации. И, конечно же, пассажирский транспорт – это будет огромное счастье для нас. Очень уже хочется, чтобы каждый человек в жизни почувствовал это ощущение, когда вы летите по струнам в потрясающем транспорте, выполняется та успешная работа, которая необходима. Вы поставили на телефоне, что вам необходимо туда, и он поехал. А вы в это время полностью свободны. Вы можете отдохнуть, поучиться, поработать, пообщаться с вашими коллегами, с семьей, либо с единомышленниками по путешествию, посмотреть на нашу окружающую планету прекрасную с высоты птичьего полета и насладиться тем, что это народная технология, не коммерческая, и никогда мы не позволим ей стать просто бизнесом, потому что главная цель – это спасение нашей планеты, спасение нашей экологии, частью которой мы являемся. И это лишь первый камешек, первый фундамент, первый проект, который даст нам эти огромные возможности. Конечно же, Анатолий Эдуардович постарался невероятно на славу, потому что мы сделали на данный момент 14 видов транспорта в железе, 14 физических транспортов, большая часть которых сертифицирована. То есть у нас с вами целая линия, которая будет подходить под разные уголки планеты, под разные ландшафты, под разные задачи. С помощью подобной гибкой технологии мы сможем даже в рамках одного города сделать все необходимое. То есть комплексное решение. И можно сказать, это в пределах транспорта тут даже комплексное решение. А если смотреть на весь экомир, что предлагает Анатолий Эдуардович с помощью всех его технологий, это везде суперкомплексное, совместное, объединенное движение. То есть каждая из этих инфраструктур, каждая из этих технологий, она с удовольствием и очень разумно объединяется со всеми остальными технологиями Анатолия Эдуардовича Юницкого и работает сообща. Чтобы узнать об этом побольше, дамы и господа, пожалуйста, заходите на официальный сайт Анатолия Эдуардовича unitsky.inженер, и вы там увидите и узнаете все о том, что нас ждет уже в самое ближайшее будущее.
конечно же, этот транспорт, он очень скоро начнет связывать даже самые маленькие города. То есть туда, куда сейчас нельзя построить железную дорогу, либо автотранспорт, потому что это слишком дорого, но там маленький пассажиропоток. Анатолий Эдуардович придумал решение, которым это можно будет сделать. Минимальная затрата ресурсов, минимальная затрата времени и землеотвода. И у нас есть потрясающее сообщение. Конечно же, там, где 50 тысяч, или там 20 тысяч, 100 тысяч, 200, больший пассажиропоток, чуть более серьезные трассы. Например, уже не провисающая трасса, а полужесткая, которая даст нам большую крепкость, даст возможность большим и составам потяжелее проходить по данному промежутку пути. Ну, и это, конечно, не все. То есть и 6, и 8, и 18 мест, сколько и 48, как нам необходимо. Либо даже составные поезда, например, 25 мест и 8 таких модулей, которые объединены вместе и идут по бирельсовой ферме. То есть там, где нужен большой пассажиропоток. Ведь то, что предлагает Анатолий Эдуардович, сейчас сможет заменить все виды транспорта, традиционные. Потому что по общим всем характеристикам мы впереди. И это стоит только изучить, и вы увидите. А чтобы с этим познакомиться, пожалуйста, заходите на сайт unitsky.com. Это наш онлайн-интернет-салон, так скажем, салон продаж, в который сейчас уже представители транспортных министерств, представители государств, либо какой-то думы города могут зайти, либо руководители корпораций, у которых огромные площади их, так скажем, предприятий, на котором нужно перемещение для пассажиров либо грузов, могут зайти и изучить, какие же возможности предлагает наша компания, уже созданная нами компания, и какие возможности она может реализовать на этой территории. Со всем необходимым, так скажем, со всей необходимой информацией, которая сопряжена с нашей технологией. То есть люди уже могут просмотреть, изучить и начать коммуницировать с нашей компанией на тему развития адресного проекта, инициации его, разработки и строительства. unitsky.com. Ну и, конечно же, заходите на Анатолий Юницкий на Ютубе, ведь там вы сможете увидеть все фильмы, все самые главные отчетные части в видео, чтобы понять, куда движутся наши технологии, куда мы с вами, дамы и господа, движемся и какие у нас возможности в 21 веке. Ведь возможности 21 века, до которой осталось совсем чуть-чуть, передвижение до 600 км в час с полной экологией, полной безопасностью, максимально экономично, безопасно и экологично. С помощью подобного транспорта каждый человек, используя его, сможет за один день посетить не то что соседние города и произвести какую-то полезную, облагораживающую работу, но он сможет посетить и соседние страны, соседние столицы, возможно, даже несколько за один день, и при этом в этот же день вернуться к своей семье, к своим близким, родным, любимым, детям домой. Представляете, как с помощью подобного транспорта, который будет занимать минимум ресурсов, как у государств для его постройки и эксплуатации, так и у человека для его использования, как возвысится, как преувеличится, приумножится возможности каждого отдельного человека. Мы сможем лучше работать, находить лучшие работы там, где нам нравится. Мы сможем учиться в более дальних местах от нашего дома. Мы сможем делать абсолютно новый уровень достижений с помощью подобных технологий. И, конечно же, пассажиропоток, пассажироперевозки – это очень важно. Мы все это почувствуем. Но оказалось, что это далеко не все. И это лишь маленькая частичка. А большая часть, поскольку сейчас эра потребления, большую часть нашего мира и в перевозках сейчас это грузоперевозки. Ведь это огромное количество сотен тысяч тонн во всех уголках нашей планеты. И Анатолий Эдуардович знал об этом изначально. И именно поэтому проект настолько широкий и настолько гибкая серия
всех транспортных трасс и средств сделана была. Ведь с помощью подобной линейки и наших технологий мы сможем перенять на себя уже в 21 веке около 50% всего транспортного рынка и построить около 20 миллионов километров дорог по всей планете. Ведь смотрите, любые штучные, сыпучие, жидкие грузы может перевозить наш юнитрак. И не в зависимости от температуры, от того день-ночь, пасмурно, дождь, туман, вообще не важно, выполняется полезная работа так, как мы сделали, так как мы запустили, заказали у нашей технологии. Они будут исполнять наши пожелания. Ну а если смотреть сюда, то это золотая жила перед вами. Ведь это Юниконт. Это транспортное средство, которое может взять существующую транспортную грузоперевозочную инфраструктуру и перенять ее на себя. Сначала прийти на помощь, как когда-то телефон пришел на помощь пейджеру, а потом человек сам и, можно сказать, человечество вкупе